Привет. Ну, что я хочу рассказать. Сегодня я записал видео о том, как надо качать грудь. Но ведь точно так же мы можем качать и спину. Дело все в том, что все пытаются начинать упражнения делать тяжелые. А моя новая методика как раз таки рассчитана на то, что мы начинаем выполнять легкие именно упражнения. То есть какое легкое упражнение является, когда мы качаем спину? Самым легким является это подъем гантелей через сторону в наклоне, то есть для задней дельты. Поэтому мы берем гантели 5 кг, делаем в наклоне подъем, второй подход 10 кг и третий килограмм 13. Ну вот, скажем так, качество выполнения ухудшается. Следовательно, мы переходим на второе упражнение, берем штангу и начинаем точно так же ее тянуть к горлу. По мере увеличения веса штанги тянуть становится все тяжелее, и направление штанги сначала, допустим, 40 кг тянем к горлу, там 60 кг тянем уже ближе к груди, то есть у нас получается еще большая, малая, круглая. И третье упражнение, допустим, 70 кг, уже тянем в район солнечного сплетения. То есть тут уже подключается широчайшее. Следующим упражнением увеличиваем вес, допустим, до 100 кг. И тянем широким хватом к выше пупка, но на середину живота, по-русски говоря. То есть включаем максимально широчайшее. Отдыхаем также по минуте, отдых больше не надо, 110 кг тянем на 10 раз. Если получается, тянем 120 кг. Ну вот на последней тренировке я дошел до 120 кг, 120 очень тяжело давалось. Ну, я начал тянуть обратным хватом. 120 сделал один подход, второй и третий. Вот. Конечно, очень тяжело удалось. Но после этого я пошел на подтягивание. И подтягивание точно так же выполнял по 10 раз. 3 подхода широким хватом, 3 подхода узким хватом. Ну вот, на этом тренировка была фактически закончена. Всего она длилась 36 минут. Какие я могу сказать выводы? В принципе, она была не такая тяжелая, как для груди. Но, тем не менее, спину проработал. Хотя, вот на следующий раз я буду выполнять точно такую же тренировку, но к ней еще добавлю мертвую тягу. То есть буду делать 3 подхода, ну я думаю, там 120, 130, 140 кг на 15 раз. Посмотрим, как она будет действовать. Ну вот так. Пока все.